победит сегодня он! Иначе и быть не может. Первый период хозяйки провели на высоких скоростях и имели преимущество в 6 очков. Однако к большому перерыву увеличить отрыв в счете не удалось. Наоборот, турецкие спортсменки после второго игрового отрезка вышли вперед. Правда, всего на 1 очко, а значит, дальше игра должна была только раскрыться. По ходу игры, конечно, езде прибавлять. То есть девочки чувствуют, что мы можем и преломить ход игры. И был отрыв даже в 6 очков. Это очень важно, потому что Бешикташ – это лидеры Кубка Европы. Матчи на международном уровне всегда самые интересные, ведь в таких поединках за российские коллективы болеют любители спорта по всей стране. В силе турецкого баскетбола сомневаться не приходится. За 3 последних года команды этой страны дважды брали Еврокубок. А потому поддержка на трибунах – важный фактор на пути к победе в матче с мощным соперником. Мне почему-то кажется, что будет ничья, потому что обе команды сильные, наши очень сильно стараются, но те тоже очень здорово играют. После третьего периода счет был равным, а значит, результат матча зависел только от игры в заключительной 10-минутке. Баскетболистки Спарты НК умело защищались и атаковали, в то время как Бешикташ испытывал трудности с попаданием в кольцо соперника. Убедительная победа российского клуба в четвертом периоде подвела итог противостояния с турецким коллективом. Счет 80-71 ознаменовал удачный старт видновчанок в Еврокубке. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.